предыдущей серии. Да хватит тут расхаживать, Пиксель, нужно срочно найти этих жителей! Офигеть, опять какая-то тревога, да чё это за ерунда, блин, ну почему опять-то? Внимание всем жителям деревни, сбор возле колодца, повторяю, сбор возле колодца! Прямо сейчас мы будем проводить обыск всей деревни! Ладно, окей, как скажешь, опять же мне скрывать нечего. Всё, ребята, капец мне! А это ещё что такое? Вот он, подкоп, мы нашли его! Мэр, да ты неправильно все понял, это подстава какая-то! Ну уж нет, Пиксель, во второй раз я на это не поведусь! Я думал, ты мне правду говоришь, я думал, ты за нас! А ты все это время помогал красным жителям! Да ты реально все неправильно понял, ну посмотри на меня, ну как я могу тебя обманывать? Куда это ты собрался, Пиксель? Ты теперь отсюда не выйдешь! Да я и не собирался, мэр, мне вообще нечего скрывать, я еще раз тебе повторяю! А ну стой, Пиксель, не рыпайся, а то хуже будет! Да вы чё делаете, носатый? Вы нафига на меня навалились, блин? Руки от меня уберите, я говорю, это подстава какая-то! Да-да-да, конечно, потом нам эту пургу будешь нести! Вещи мы у него все забрали, мэр, что с ним дальше делать? Да это бред просто какой-то, жители, ну отпустите меня! Не слушайте его, носатый, ведите его на центральную площадь! Мэр, да я еще раз повторяю, это бред просто, это ошибка! Давай вставай, Пиксель, вставай немедленно, все, шагай! Да не пихайтесь вы, я и сам могу пройтись! Это просто жесть какая-то, ребята, всем привет, меня зовут Пиксель! Ну и как вы уже поняли, и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь в той самой деревне жителей! Хватит там разговаривать, шире шаг, Пиксель! И как вы можете заметить, у меня огромные проблемы, меня все-таки рассекретили, я пытаюсь как-то выкрутиться, пытаюсь как-то запутать их своими показаниями. Но, как вы видите, по ходу дела у меня ничего не получится. Да, конечно, у тебя ничего не получится, Пиксель, это сразу было понятно. Многие жители тебя с самого начала подозревали, но мэр верил тебе. Ну вот, в таком случае нужно было быть просто-напросто внимательней. Дураки вы тут все самые настоящие. Делайте со мной что хотите, но я ни капли не жалею о том, что я сделал вместе с подписчиками. Я освободил абсолютно всех красных жителей, и теперь они могут жить абсолютно безопасно. И вы, морды носатые, никогда до них не доберетесь. Подавитесь своей деревней, живите тут сами, блин. За вот этими вот железными стенами, вот с этим мэром, дураком самым настоящим. Ходите, как говорится, и оборачивайтесь, потому что рано или поздно он и вас тоже сможет предать. Да что ты говоришь такого про нашего мэра? Совсем с катушек слетел. А нет смысла уже скрывать, что я думаю на самом деле. Все равно уже все догадались, для чего я тут был. Да и тем более, я буквально минуту назад об этом рассказал, поэтому делайте все, что хотите. Я уже ничего не боюсь, мне уже абсолютно ничего не страшно. Я наоборот, надеюсь, что эта история наконец-то сейчас закончится любым концом, хорошим или даже плохим. Нет, Пиксель, так легко ты от нас не отделаешься. Прямо сейчас ты вместе с жителями отправишься на поиски. На поиски? Какие еще такие поиски? На поиски красных жителей, конечно. А, ё-моё, мэр, ну конечно, мне же заняться больше нечем. Поиски красных жителей, ё-моё, ты чё, комиком тут подрабатываешь? Нет, ребята, ну вы это слышали? Ты чё, реально думаешь, я пойду искать красных жителей, мне чё, заняться нечем? Поверь мне, Пиксель, если этого не сделаешь ты, тогда это сделаю я. А тебя я посажу в тёмную-тёмную камеру, без еды и воды, ты понял? И поверь мне, если я буду искать красных жителей, то эти поиски будут очень серьезными. Очень серьезными? А что ты имеешь в виду? Я буду разбрасывать вокруг себя огромное количество динамита. И если я кого-то задену, то это не моя проблема. Ё-моё, вот это поворот, конечно. Вот этого я, если честно, не ожидал, блин. По ходу дела, ребята, мне придется соглашаться на эти условия. Но вы самое главное не переживайте, у меня есть кое-какой план, о котором я расскажу чуточку попозже. Ну куда ты там пошел, тебе не открутиться! Да я все понимаю, мэр, просто, сам понимаешь, ошарашил ты меня такими ультиматумами. И, видимо, выбора у меня действительно нет, и мне придется соглашаться.
соглашаться на твои условия. Ну вот и отлично. Ты и три жителя выйдут за стены нашей деревни. Будь готов, вы отправляетесь через несколько минут. Ладно, ладно, хорошо. Я сейчас буду как-то морально подготавливаться. Короче, ребята, сейчас быстренько, буквально на пару блоков отойду для того, чтобы вас немного успокоить. Не переживайте. Как только я выйду за пределы вот этих вот стен, я либо попробую как-то сбежать, либо дать отпор этим синим жителям. Возьму какую-нибудь палку, скрафчу меч какой-нибудь. В общем-то, всеми силами сделаю так, чтобы эти жители не добрались до красной половины. Ну куда ты там отошел, Пиксель? Ближе подходи, выдвигаться пора. Да я просто, ну, так скажем, мысли свои обдумывал, переживаю все-таки. Не переживай, Пиксель, все будет нормально. Ну что ж, я на это очень сильно надеюсь. Ладно, носатые, как я понимаю, время пришло, давайте в таком случае выдвигаться. А с какой стороны мы выходить-то будем? Да прямо вот с этой стороны и будем, Пиксель. А, прямо тут? Окей, хорошо, ладно. Ё-моё, глазам своим не верю, я выхожу из этой деревни. Как я давно не видел этого мира Майнкрафта, я просто в шоке. Далеко не отходи. Да я просто осматриваюсь. Наша с вами задача как можно скорее найти этих красных жителей. Естественно, ребята, я попробую сейчас запутать моих сопровождающих. И сделаю я это абсолютно всеми доступными способами. Потому что, как мне кажется, я знаю, в какую сторону пошли красные носатые. Поэтому я буду водить этих жителей просто вокруг да около. А какой у нас план, Пиксель? Где мы искать будем? Ну, сначала я, если честно, думал на болоте посмотреть, потом, возможно, в шахту пойти, может, какую-то грядку найти. Все-таки, сами понимаете, после содержания в этой деревне они наверняка захотят покушать или сделать себе какой-нибудь лагерь. Именно поэтому я бы для начала проверял вот подобные места, поэтому давайте потихонечку будем, собственно, выдвигаться. Проверим сейчас болото, может, реально кто-то тут рыбу какую-нибудь ловит. Да это ерунда какая-то, никого тут не будет, они не будут прятаться так близко. Ну вы же знаете эту пословицу, жители. Если хочешь что-то спрятать, то спрячь это на видном месте. Именно поэтому, ребята, я и пытаюсь их водить лесами, для того, чтобы просто-напросто закрутить их, потеряться из их виду и просто-напросто убежать. Пиксель, ты где? Ай, ёма, вот ты где. Да-да-да, жители, вы не отставайте. Я просто осматриваю каждое дерево, каждый кустик, чтобы абсолютно ничего не потерялось из нашего с вами внимания. Главное это не останавливаться и просто продолжать идти вперед. И я очень надеюсь, ребята, что у меня все-таки получится как-то запутать эту синюю половину деревни. Пиксель, это что, правда ты, что ли? Да, носатый, это действительно я. Мы нашли их, нашли. Вот такого поворота я, если честно, совершенно не ожидал. Ё-моё, я же всеми силами хотел сделать так, чтобы вас не нашли. А получилось так, что я совершенно случайно синюю половину к красной привел. Не переживай, Пиксель, к этой встрече мы уже давно готовились. В каком это смысле готовились? Я вообще ничего не понимаю! Ох, спасибо тебе, Пиксель, за помощь! Сейчас мы подмогу позовем! Я думаю, что никакой подмоги не будет! Ё-моё, носатый, тут что происходит? Вы что творите, жители? Не переживай, Пиксель! Мы сейчас с ними быстро разберемся! Ё-моё, у меня даже никакого оружия нету, чтобы вам помочь, блин! Ладно, ладно, ребята, буду вот так вот кулаками этим жителям прописывать! Ё-моё, вот примерно такого исхода событий я и ждал. Получай, морда носатая. Вот про это мы и говорили, Пиксель. Эту встречу мы давно ждали. Мы готовились к ней и уже собирались идти в деревню. Вот, вышли на разведку для того, чтобы понять, как туда проникнуть. Вот тут, носатый, я вам с огромным удовольствием помогу. Я в этой деревне вынюхал абсолютно все. Каждый домик, каждый уголок, каждый листочек обошел. Еще и на камеру все это записал. Мне нужно с вами поговорить, озвучить свой план, и я наконец-таки переоденусь. Задолбался я уже в этой синей одежде ходить. И вот тогда, ребята, мы вместе с вами из красной половины деревни наконец-таки нанесем решающий удар. Все только этого и ждут, Пиксель. Мы хотели
хотели тебя сначала освободить, но они это сделали и без нашей помощи. Самое главное, носатый, сейчас не терять ни единой секундочки, как можно скорее собраться и напасть на эту деревню, потому что если мы долго не будем возвращаться, они поднимут тревогу. Не переживай, Пиксель, все готово, сейчас будем готовиться к нападению. Отлично, носатый, вот такой настрой мне нравится, а когда начинать-то будем? Через несколько минут, Пиксель, самое главное тебе все рассказать. Сегодня мы вернем нашу деревню жителей.